Привет, мои дорогие зрители. С вами Элла, Австралия. Хочу вам сейчас показать. Вот это вот то, что сейчас увидите, это все идет в мясорубку. Это люди не успели взять. Машина, вон она. Приехали чистить улицу. Они сзади, я спереди бегу, посмотрим, что здесь есть, что уже 100% не спасется. Огромный аквариум, и это то, что осталось. Люди не успели взять. Я прям так буду снимать. Я это видео поставлю не на свой основной канал, а на маленький канал. Но они очень быстро работают. Ой, ядрёно корень. В общем, что я тут недавно узнала. Оказывается, я раньше говорила, 50% идет в землю, а 50% идет на переработку. Сейчас, оказывается, 80% идет в землю. Здесь же ничего не перебирают, просто в машину закидывают и все. Вот это вот все. О, это куртка кожаная. Approved Protection Inside. Ого. Посмотрите. Ютика. Да куртка-то шикарная. Ой, бой, ребята. Она в идеальном состоянии. Ну что? Спасу куртку. А что делать? Ну-ка. Ой, бляха-муха. Ой. Ой, а там, по-моему, компьютеры. Ой. Что-то тяжелое. Ой. Такого экстрима у меня я не припомню, когда был. HP. Компьютер. Ой! Еще один. Где они? Ой, они вон там уже совсем близко подошли. Ну что тут еще есть? Бежим дальше. Батюшки мои, батюшки мои. Ребята, и вот эта вот дорожка тоже, она идет в утилизацию. Женщина говорит... Тудум. Не так быстро работают. Все, ребят, вот. Уже прибежали. Забирают. Где мы только сейчас с вами стояли. Здесь чемоданчик. Сумка на колесах. Еще одна сумка. Два чемодана. Стулья. Целый набор. Раз, два, три, четыре, восемь. 8 штук. Не заржавевшие, не ободранные. В идеальном состоянии. Еще один чемодан. Элита. Стол компьютерный.
это знаменитый австралийский художник Кен Дан. Он рисует как ребенок. Но, к сожалению, это принт. Старинное зеркало. Один велосипед. Шимано. И здесь второй велосипед. Два стула. Ну, еще раз хочу повториться, то, что сейчас мы с вами не клад ищем, а вот именно все то, что уже не спасется. Два шлема. Барный стул. Так. Для приставки для Nintendo Wii. Вот тут и какая-то приставка. Вот она. Одна картина, и вот это очень красивая. Чемодан с одеждой. Да, вот бы нам в 80-х годах джинсы предложили. Сумка. Но она уже старенькая. Дрон с камерой. Ну, это, наверное, самый дешевенький. Ну, попробуем его подключить. Пишут GPS. Ну, сейчас так сниму. Это вот прям по целой улице. Вот тут стол. Тоже он как новенький. Это, по-моему, IKEA. Ну, точно. Идем дальше. Бежим дальше. Здесь люди ремонт делали, карпет меняли. А вот это винтажный стульчик барный. Это на конференции был новый рюкзачок. Тут же еще один новый рюкзачок. Симпозиум. Горшки для цветов огромные. Это две доски, по-моему, для плавания. Еще горшки. Даже с цветочками. Солнце сияет. Дождик начался. Видите, как облако прилетело. Новые вешалки. Вы знаете, я их спасу. Возьму. Вешалки всегда пригодятся. Стоило $100, потом 50. А теперь на улицу. Это что такое? Ого! Топ. Шейк. Еще одна новая. Стоила $20. Очень интересное платье.
Я это возьму с собой. И это секонд-хенд. Это не новая. Фирма Big B. Не слышала про такую. Одиночное кресло. На нем даже пятнышка нету. Вот 3 дня назад я вам делала видео и снимала этот кабинет под телевизор. И что получается? Его никто не взял, он идет в мясорубку. Не спасется. Шеби-шик. Шик-блеск, красота. И вот эти тоже винтажные салфетки. Вам снимала. Тоже обычно такие вещи забирают, но вот эти не взяли. Вот видите, люди сами вышивали. Тут их целый набор. Вот посмотрите, какая красивая. Плетеная сумка. Новая сумка. Forever New. $35 стоила. Вот еще. Сумка в идеальном состоянии. В ней какую-то хреновинку положили. Гантели в сумку и вперед. Это чугунная ножка под зонтик. Она неподъемная, какая красивая. Вы знаете, в принципе, можно и под елку. Огнетушители. Видите, их новые. А это что? О! Вот такие вещи могут не забрать. Светильник. Дример. Плетеная подставка. Здесь, скорее всего, наверху было стекло, а может быть... А нет, это зеркало. Барабан был плох. Это, по-моему, африканский. Искусство. Искусство разломали на 2 части. О! Трюмо, но вам не будет видно. Это все тюли повыкидывали. Картинка пропала. А картинка-то вообще старинная, я вам хочу сказать. Посмотрите, какая в золотой рамке. $1953. Наверное, это год. Это старый Иерусалим. Будда. Зенон. Что это такое? Не вижу. Сумка Коч. Она намокла вся. Так,
такая вот машинка. Это, наверное, дорогая. Я все-таки думаю, она уникальная. Смотрите, сделана вообще как настоящая. Старинный пуфик ручной работы. Все дождем заливает. Вот это что? А, это вентилятор. Профессиональный стол для тенниса. Винтажная консолька. А это с секретом. Смотрите здесь. О, раз открывается, закроется и не видно. Ну и, конечно, тонны игрушек. Велосипед. Это для старых людей. Ходунки, и можно сесть на них, посидеть. Видите, какие ультрасовременная модель. Домой прорываются. Пик-пик. Вот мы и приехали. Ехали, ехали и приехали. Дорогие мои зрители, у меня к вам будет, как обычно, огромная просьба. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Это поможет развитию канала. Ну а с вами была Элла Австралия. И мы увидимся очень-очень скоро. Я вам всем желаю огромного здоровья и мирного неба над головой. Пока.